И всем привет, ребята, с вами Захар. И сегодня мы поиграем в игру про охоту. Сегодня мы побудем охотниками. Я в эту игру уже немножечко поиграл. Вот что у меня есть. Вот такая вот пушечка. Вот такой я. Вот так что поэтому... Я уже готов. Уже готов охотиться на животных. Давайте пока поиграем в классический режим, где можно бесконечно, пока у тебя не кончатся патроны, убивать, животных. Если на этом ролике за... Но если будет на этом ролике, короче, активность, то я выпущу, буду выпускать еще ролики про эту игру. Так, сейчас мы спавнимся. Еще хочу предупредить, будет немножечко лагать. Вот, так что да. Будет немножечко лагать. Примерно FPS. Я вам скажу 30. Да, ну скажите, вот сами-то FPS 30. Вот мне прям так кажется. Ладно. У нас есть вот такая пушечка. Мы можем прыгать, присесть, перезарядиться. Вот так сделать прицел. Стрелять и задержать дыхание. И у нас чутье. Вот там. Еще у нас немного. Ну-ка, погодите-ка. Опа-опа. Вот наша первая жертва. Вот она. Видите? Чё, попробуем попасть отсюда? Попал. А я снайпер. Так, ладно. Не расслабляемся, нам еще ее нужно догнать. Пипец. Пока ее будут догонять, она уже вылечится. Ладно, попробуем. Что-то я ее не вижу, если честно. Здесь также можно покупать два оружия, но как я недавно начал играть, у меня пока еще одно оружие. Но скоро будет уже два. Вот, так что да. Тише. Хорошо. Этот прицел просто имба. Так, у нас накапливается мой... как бы вид орла, да, я когда его использую, у меня я всех животных вижу вокруг. Я попал, значит, два выстрела, вот так это все сделаю, и давайте-ка я заберу с собой, продавать не буду пока. Кто-то там еще примерно где-то вот здесь. У нас кто-то издавал звуки. Но кто это, мне интересно. Ага. Опа. Клиент. Ой, вот я косой, конечно, даже с первого раза не попал. Косой индюк, тупой дундук. По факту. Так, золотишко я вижу. За него мы можем улучшать и покупать оружие. Также у нас еще есть свой дом. Мы его можем также продавать, покупать и улучшать. Так. Почти мы до него добежали.
Я, кстати, еще золотишко вижу. Да боже. Косой, блин. Так. Ага. Ну, берем и продаем. Опа. Ту, я не понимаю, я хочу вверх просто. Вы это видите, да? Я, кстати, почти попал. Прям маленечко не хватило для того, чтобы... Он с первого выстрела убил. Ура! Я его убил. Он умер от потери... Боже мой. От потери крови. Во. Так. Ага. Так, мы это всего продадим лучше. И... Ё-моё. Не, я не хочу за ним идти, далеко слишком. У меня вот здесь голубчики есть. Опа. Хорошо. Давай, давай, куда, куда? Зрение, и ё-моё. Ёптель-моптель. Нифига здесь вокруг меня. Попаду, как думаете, с первого раза? Предсказуемо. Да боже. Сюда. С какого с третьего вроде выстрела? Хорошо. Так. Окей, let's go. Давайте сейчас его мы подберем. Еще одного убьем. Оу. Ты хорошо встал. Убьем и пойдем на базу. Посмотрим, что я могу улучшить, либо же прикупить. Так, вон там я кого-то вижу. Ваши ставки, попаду или нет? Нет. Ну там оно слишком маленькое и слишком далеко. Там невозможно вообще попасть. Как-либо. Да? Попаду. Опа. Сюда. Иди сюда. Кстати, у меня там еще вот тот мой, которого я тогда оставил, пощадил. Давайте его тогда еще заберем и все. И пойдем на базу. Посмотрим.
Понятно. Мастер продакшн в деле. Ну, это фигня полнейшая. 21 бакс. Опа. Вот и крупный. Моя добыча. Ну все, куда ты бежишь? Да все, он сейчас уже умрет. Я два раза в него попал, камон. Чел, типа. Да, все, он умер. И ваши ставочки. Кто поставил на то, что я попаду, вы выиграли. Так, все, сейчас забираю их и иду на базу. Вот такой я охотник. Для кого было интересно. Я думаю, это было, наверное, для некоторых интересно. Так, не, он 49 баксов. Маловато, довольно маловато. За такого-то Михалыча. Так, окей, и еще вот у нас. Долго я тебя не мог убить. Убежал ты в тот раз. Не надо было. Так бы меньше страдал. О, прикольно. Так, теперь идем на базу. Посмотрим, что я могу улучшить. У меня, значит, на этой пушке все хорошо, но только реклама. У меня все хорошо, но только. У меня там прицел второго уровня, а там есть 4, или вроде даже 5. Сейчас посмотрим. Вот, и мне нужно улучшить до 5. Вот, смотрите. Видите, у меня X2, а есть X3 и X4. Ой-ой-ой. Ё-моё. Нет. Мне еще долго на это копить. А вот, что было в начале. Оцените, как я приагрейдил эту пушку. Вот в начале, которую я только купил. И вот у меня. Оцените от 1 до 10, как ее я апгрейдил. Хорошо или плохо. Для меня, ну, от 0 до 10 примерно, я думаю, на 8 сойдет. Еще бы я хотела оружку прикупить какую-нибудь. Да? Все-таки хочется. Так, а я забыл то, что денег-то у меня и нету совсем. От слова совсем. Да? Ой. Не, фигня. Вот это фигня. Во, что это? Как-то так себе. Честно вам скажу. Вот так. Вот такая вот у меня будет пушечка.
Ну что ж, ребята, хотя, погодите, 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 это я еще не заканчиваю. Я хочу еще... Ой, я уже забыл, как туда заходить-то. Нет, неправда. А как туда заходить? Я забыл просто, реально. Я реально забыл, как заходить в мой дом. Алло, как бы. Алло, я здесь. Богдан. Понятно. А вот так. Я хочу, значит, сделать это вот эту. Ага. Понятно. Я хочу сделать вот. Ну, давайте попробуем вот эту штучку. Прикольненькую такую. Так, ее поставим вот. Так вот. Во! Ля какая! А теперь мой дом вот так вот будет выглядеть. У меня костер, лавочка такая. А, к сожалению, дом... Ой-ой-ой, что-то залагало. А дом у меня, к сожалению, пустой. Ой, погодите, не-не-не, я еще кое-что придумал. А там за железо... Ой, за золото. Можешь это купить? К сожалению, нет. Ну ладно. Ну вот, в общем, вот так как-то. Вот теперь на этом точно все. Я с вами буду прощаться. Опять же, если хотите продолжение еще роликов по этой игрушечке, то, кстати, здесь еще есть много вот режимов, еще 3. Если хотите, чтобы я их вам показал и все такое, сделайте активность по этому ролику. Если я это увижу действительно, что вы прям стараетесь, да, то я выпущу еще одну серию. На сейчас всем удачи и пока-пока!